новогодним праздником Уфа преобразилась, стала нарядной и яркой. Буквально вчера в городе зажглась огнями главная елка столицы на площади имени Ленина. Для горожан и гостей в городе на 22 площадках установлены ледовые городки. Ну а мы решили узнать, как считают уфимцы, готов ли город к Новому году. Практически 99% готовы. Действительно, просто радость. Вот с внучкой пришли и нарадуемся той красоте. Все-таки действительно это настоящий праздник для детей. Ой, мы же не были нигде. Вот первые тут сюда пришли. Больше нигде не видели еще. Вот мы обратили внимание, не сделали козу-то, символ Нового года. Ни овечки, ни козы нет. А так вроде красиво очень все. Мы только на горсовете были. Нам очень нравится здесь. Очень красиво здесь вечером. Потому что в этом году поставили лошадей, фонтанчики очень красивые. И сама елка вечером намного красивее, конечно, выглядит. Ну, а нам приятно гулять по такому городу. Огней побольше хотелось бы, честно. Проспект больно пустой. Вот на Ленина, да, там все осуществляется, что есть, а на проспекте нет. В прошлом году елка более куцая была, а в этом году пышная. Вот это мы заметили. В прошлом году тоже приезжали перед Новым годом. А сейчас прекрасно вот это все. Нам нравится, как Уфа подготовилась к Новому году. Как показал наш опрос, большинство, 92% респондентов, считают, что Уфа готова к встрече Нового года. 5% сказали, что город недостаточно преобразился к Новому году. И 3% воздержались от ответа.